Гора Ормунд. Карта. Здрасте. Так. Прям в дом пойдем, да? Самый сложный генератор чинить. Ой, тут. Тут дух. Опасно, конечно, опасно. Но она продолжает преследовать второго игрока, а мы чиним спокойно. Удар. Да ты вылечился, второй удар получил. Оп. О. Ага. Ух ты! Вот это плохо. Хорошо, что я убежал. Это, по-моему, подвал. Летит. Ой. Ладно, эту палетку я брать не буду, хорошо. А, она меня сейчас ударит. Что, простите, она меня потеряла? Там кто-то был. Ребята, вылечите меня, вылечите меня. Нет, она сюда идет. Они не успеют. Так, это либо совпадение... А, погоди, никто не упал? Никто реально не упал? А, вот. Я удивлен. Ну, они защитили меня, потому что она по мне не попала. Так, они чинят. А куда она летит, вопрос. По ней непонятно, есть у нее барбекю или нет. Так, идет спасать. Хорошо. А, она у крюка стоит. Или летит опять куда-то. Скорее всего, летит. Непонятно. Спасен, хорошо. Справа еще игрок. Деники, ну, ни одного деника. Это плохо. У нас в самом начале должен был быть один хотя бы генератор в доме. Ну, она сюда полетит, значит, после того, как схватит второго игрока. Надо дочинивать скорее, иначе я не успею. Ну, она смотрит вроде налево, а сейчас... К ним бежит, что ли? Ох ты, понял.
Оставила? Нет, не оставила. Лечиться, лечиться, лечиться быстрее. Она сюда сейчас полетит. 100%. Да, она здесь. А пошла спасать. Я пока тотем очищу и немножечко позаведу генератор. Позавожу, точнее. Не позаведу, а позавожу. Кстати, если у нее барбекю, может быть, она меня и не увидит из-за генератора. Непонятно, куда она... А, сюда. Или нет? Так мне спасать надо, как бы. Потому что те-то, ну... Бегает, что ли? Я не пойму. Да. Если назад оглядывается при беге, значит, ман атакует. Можно спокойно лечиться на месте. С генераторами вообще все плохо. Куда? А, ко мне, что ли? Нет. Я не помню. А, вот тут генератор есть. О, вот это близко. Прям не нравится. Вот она повернулась, и вот попробуй пойми, куда летит. Видимо, не сюда. Может, на холм, на тот геник, типа? Туда летит. Уходи, уходи. Смотри, туннелит за ней побежала. Или за мной. За мной. Нормально я так рассчитал? Они же всегда с другой стороны, эти духи появляются. Но, пожалуй, это все, что я могу сделать в данный момент. Сейчас она меня ударит. Не понял. Помогите. Зря я подошел. Сейчас она меня убьет. Нет. Ладно. Придется лечиться самому. Причем палетка уже, ну, как бы упала, да? И она появилась из инвиза. И удар получила. Так, только я надеюсь, там без зова медсестры, потому что я тут лечусь. А, тут генератор.
Ой, там не Мементо сейчас ли будет? А почему она? Так, я понял тебя. Я тебя понял. Два-два. Люк появился. Будем надеяться, что сюда она не полетит. Зачем ей сюда лететь? Допустим, у нее барбекю, хотя я не уверен. А, ну все. Так, барбекю не работает. А, у крюка бегает. Остановилась. Теперь надо искать. Ой. Ой. Ой-ой-ой. В доме, что ли, Люк? Где она? Люк там где-то. Люк, короче, там где-то. Она там его где-то закрыла, вот здесь. И вот так побежала сюда. Ну да. Это вот он тут должен быть. Но я не уверен. Дело. Я не знаю, где Люк. А, вот он. До свидания. Вообще не там он оказался, где я думал, но ладно. Хорошо, что у нее не было наеда. Ой. Вот. А, да, наеда не было. Верно. Чертик. Барбекю было, кстати. Не зря я в шкафчик залез. А, ну это понятно. Стридер это хороший навык для духа, потому что в инвизе она ничего не видит, но слышит. Ну, она видит следы от бега и слышит. А стридер позволяет ей слышать лучше. На этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.